Всем привет, это Росньюз. Мы видим Кузнецкий мост живет. Сегодня здесь были стихийные танцы, мы видим, молодежь отдыхает, очереди, заведения, ну, все очень прикольно. Но вы знаете, мы видим, что автозаки подогнали. Чем это будет кончаться, сейчас проверим. Много полиции, и это не к добру, честно говоря. В сетях появились новости, что молодежь гуляет. Видимо, полиция задумала расправиться с этим делом. Возможно, будут задержания. А что произошло? Почему вас задержали, молодой человек? Пью-пью. Внимание, срочный распост задержания на Кузнецком мосту. Вы можете попробовать. Что хотели от вас, полицейские, ребят? Воду хотели попробовать. Понятно. А вы оппозиция или кто? Будем здоровы. Вы за Путина. Вы за Путина. Да ладно, шучу. Дальше. Вы очень классно. Спасибо вам большое, ребят. С днем рождения. Кого? Ну ты скажи, что днем рождения. Ребят, что произошло? Почему к вам претензия? Ну, говорят, распивали, но вот я не пил, но ребята как бы вроде на этом, на веранде на летней. Распевали, поэтому... Понятно. Зачем с собой? Все, хозяйство с собой берем. Берите, берите стаканчик. Ребят, мы купили в баре. Я понимаю. Купили в баре на веранде. Стакан пива. Давайте не будем про эту демагогию. Принять, спасибо. Осторожно, вы можете наткнуться. Вы от спины отойдите. Отойдите от спины. Думал, он мне дал номер, я думал, это вы нас взяли. Здорово. Девушки, что происходит здесь? Не знаю, повязали кому-то. Понятно. Зачистка на Кузнецком мосту. Будьте осторожны. Проходим с нами в сторону транспорта. С нами проходим все. Вот какой-то человек в штатском командует полицией. Говорит, забирайте всех. Очень странно. Он себя ведет. А почему вы командуете полицией, скажите? Внимание, молодежь, вас слил хозяин или руководитель этого заведения. Я без себя.
сигарет без алкоголя. Все задокументировано. Давайте мне не рассказывать. Все задокументировано. Да, пройдем. Руки уберите. Пройдемте, я вам еще раз говорю, служил на этот раз. Осторожно, осторожно. Все найдем. Дамы, что происходит здесь? Вроде все мирно сидели, отдыхали, и вдруг полиция. Ну вот да, да. Распитие, видимо, алкогольных напитков. Так мы алкоголь не употребляли. Ну, правильно. Я боюсь, сейчас смотрю. Мы видим пропагандонский канал снимает тоже задержание. Ребят, что произошло здесь сейчас? Да вы посмотрите на их животы лучше. Они дома сидели перед телевизором. А здесь было все хорошо. Есть понятно, молодежь отдыхала, и через два дня будет да, еще по-прежнему тупые мусора как бы пришли и разогнали нормальную тусовку. Ничего нового, в принципе. Ожидали такое? Да, у них тупо-полиции такие типы. Как бы. Вот они идут. Ничего нового. Ну вот они идут за своей новой добычей. Круто. Нормально молодежь тусовалась, очень здорово. Веселый рейв происходил. Здесь сегодня танцы были. Да, так мы были на этих танцах, отошли немного и вот может вернулись. Может быть, это спровоцировало приезд полиции, потому что в сетях появились. Да может быть, я просто не понимаю, что ребята-то делали. Ну, стоял народ там, выпивал, танцевал, все было круто, весело, никто не шизил, не буянил. Не знаю, может, связано как-нибудь с парадом, там, с подготовкой к параду происходящему, но в целом это как бы полный дебилизм. Ну, собрали они всю эту пиздоту, как бы, и смысл. Смысл. Все было и так круто. Ладно, ребят, удачи, не попадайтесь. Мир. Ну, вот такая история здесь происходит. Мы видим ОМОН подкрепление. Сейчас будет мощная зачистка Кузнецкого моста от молодежи. Полиция все снимает на камеру. Все убить, мы все победим. Ребята, я нигде не светилась, хватит, не пила. Чем твои, да? Звоню просто своему руководству. И... Звоните. Ну что, в чем проблема? Звоните. Я не пойму. Проблема в распитии. Молодой человек, за что вас схватили? Служебный транспорт, отходим. Не толкайте меня. Служебный транспорт отошел 1.5 метра. Повежливей. Вежливей, дома будешь. Чего? Да непонятно за что. Вы сейчас на камеру. 1.5 метра, да? От автобуса, я сказал. В чем? Ваше имя. Вы обратились ко мне? 1.5 метра от служебного транспорта. Пожалуйста, пожалуйста, старшего вызовите. Пожалуйста, значок продемонстрируйте. 1.5 метра от автобуса. Продемонстрируйте значок свой. Имя, фамилия, отчество и документы предъявите. Я к вам не обращался, отходите в сторону. Вы ко мне сейчас обратились, отойти. Я вам сказал не подходить к служебному автотранспорту. Вы очень грубо меня толкали. Вас никто не толкает. Вы толкали, это ваша все здесь есть. Ваша свобода не ограничена. Вам просто объяснили, вот что сразу здесь надо так находиться. Себя вести, а не потом. Все? Вы служите нам, понятно вам? Служат собаки. А вы что, работаете? А мы исполняем служебные обязанности. Да, вы служите народу. Вернее, должны служить. Все, пойдем. Заберите его, да. Дверь закрой, вот стол. Вы теперь будете звездой Ютуба. Служат собаки, я это запомню. Так и назову ролик. Обычно вот как ну вот такая история сегодня. Здесь
улица зачищена. Видите, как они себя ведут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пожалуйста, Рус-Ньюс с вами. В общем, напишите, что вы об этом думаете, пожалуйста. Удачи, не попадайтесь.